Ребят, привет, с вами Игнат, я Серега, и мы в Суздале. Мы сейчас ехали по городу, были в культурном шоке уже от увиденного на въезде. Там были красивые ворота. Мои постоянные зрители видели этот влог. Влог будет по ссылке в описании. И прям издалека мы увидели церкви, как в Торжке, только в Суздале, потому что Торжок, он такой немножко запущенный город, а Суздаль вылизанный. Написано сейчас, где-то мы видели, что это жемчужина, да, Золотого кольца. Нижний этаж кирпичный, верхний деревянный. В общем, с 1960 года, Серега прочитал там умные статейки, еще в те времена решили, что Суздаль не надо трогать, не надо его застраивать, и это будет музей под открытым небом, и вот он и есть, музей под открытым небом, тоже смотрите, как изба закопанная. Суздаль — старый город. Не помню, из какого года, я там во влоге сказал 900-го, но... Там 1100, там, грубо говоря, 20-й год. Ну, ошибся я на 200 лет, плюс-минус. Да, и вот такие вот большие дома тут тоже есть, это, наверное, 700-е, может, 800-е года. Но все равно это им уже 200 лет в обед. Огромные торговые ряды. Сейчас я летал на квадрике, кадры чуть позже будут. И там, туда уходит красота, туда уходит красота. Где что смотреть, глаза разбегаются. Ну, начнем мы с этих торговых рядов. Кстати, они с квадрика смотрелись так далеко, они вот, мы рядом совсем с ними. Вон много каких-то деревянных, ребята, резных фигур. И вот. Это я тоже видел с квадрика. Сейчас будем смотреть все с земли. Но пока посмотрите полет с квадрокоптера, как мы уже наснимали Суздаль. Кстати, он тоже все в цветах. И тут, ребята, мы же с Серегой едем-то из Крыма, из жары мы приехали. Ну, сегодня люди вон в шортах, вчера люди прям в куртках ходили. Сегодня стало тепло. А тут уже почему-то сейчас середина августа. А деревья мы видели уже красный, желтый, зеленый. В общем, уже как будто осень. Смотрите, какая красота. Ладно, давайте кадры с квадрокоптера.
ребята, что? Смотрите, какая колокольня. И тоже в колокольню вставлены стеклянные украшения, как мы в Ярославле видели. Но это не стеклянные же, а как это? Фрески такие, да, маленькие. Ну, какие торговые ряды. А здесь прям по назначению. А на полу, па-бам, брусчатка сохранившаяся. Торговая площадь, наверное. Пойдем посмотрим, что там внутри. Ой, как все тут древнегреческое. Прям, видите, проваливается. Дом льна, галереи, как у нас в гостином дворе. Как везде в гостиных дворах. Его можно пройти насквозь. А здесь парковка внутри. Наверное, кафешки, да? Посмотрим, куда выходит. Как едой пахнет, да? Прям будоражит. Давай монастырь найдем. В монастыре найдем почивальню. Я машин не буду. Смотри, какая лошадка. Какая красота. Смотрите, на лошадках катает. Анфиса. Анфиса, да, это Анфиса. Вот тебе до Суздаль. Это экскурсии. Сейчас я вам покажу реку, которую вы видели с квадрокоптера. Вот она. А там красивые дома тоже. А торговые ряды, видите, как и в Питере. Гостиный двор. Только там в Питере двухэтажный, а здесь одноэтажный, но он также по кругу идет. Мы через двор прошли. Сейчас еще реку отсюда вам покажу. А там заливные лужайки, вон церкви. Господи, как тут круто. Сюда надо ехать на выходные. Мы сегодня едем, я чуть вперед забегу, потому что мы ехали через Владимир. И я Сереге говорю, блин, сюда надо на все выходные ехать. С погодой нам повезло, да? Прям жарко сегодня. Суздаль нас встречает солнышком. Ой, какое большое кирпичное здание. Вот брусчатка вниз пошла к реке, наверное. Ой, у кого-то с хоромы какие, терем. Ребят, церковная лавка, у них много яблок. У нас в этом году в Ленобласти не урожай с яблоками. В прошлом году их было много, а в Суздале наоборот. Все деревья в яблоках, а вот какой красивый дом. Да, машин тут нормально так, и экскурсионных автобусов нормально так. Какая красивая церковь. Это, наверное, она тоже очень старая. Вот такие вот штучки еще при Иване Грозном делали. Колокольня. Избы вон какие. О, как отсюда смотрится. 1667 год. Это Иван Грозный еще, да? Да? О, какие наличники, ребята. Прям все такое резное. Блин, мне надо зум-камеру, чтобы все это вам поближе показывать. Красоту всю эту. Они как березки сделали. Продается вот целый дом. А как вам, ребята, вот эти палисады резные? Голубая ель вся в шишках. И ягодки, калинка, рябинка. И вот мы только отошли от одной церкви и сразу подошли к другой. Смотрите, какая красота. Офигеть! Тоже видите, снизу кирпичная, сверху деревянная. А это центр, наверное, да, Серега? Наверное, мэрия здесь. О, посмотри, какие купола.
О, круто! Да, это, наверное, самый центр. И Ленин здесь стоит. Причем здесь Ленин и Суздаль, блин. Он что, его делал? При Ленине Суздаль тоже был. И он его берег. Да, конечно, берег. Он просто до него не добрался. Вот это большая колокольня, ребят. Я летал высоко, и когда к ней подлетел, я увидел, что я, блин, нифига не выше ее. Тоже его, конечно, восстанавливать надо. Все такое, вот это вот убитое, подубитое. И вот Суздальский дом правительства, наверное. Как круто, Ленин смотрит на церковь. Вообще такое офигенское соседство. А вот в этом здании, ребята, вон написано кинотеатр было, оно сейчас закрашено. Площадь большая, тут можно массовые гуляния прям устраивать. Это что же, наверное, все старые дома, я так полагаю. Серег, видишь, вон кинотеатр просвечивается? Надпись. Ну, это, наверное, уже, ребята, центр строился, наверное, все-таки при советах, я так полагаю. Вот это вот что-то такое помпезное. А вот сзади, с куполом большим, это, наверное, что-то старое. Дом культуры это. Да, тут, наверное, площадь это была всегда перед церковью. Ее вот так вот застроили. И знаете, что здесь круто? Я летел на квадрокоптере, и я одно переживал за вот эту высокую колокольню, что я в нее могу врубиться. А так я взлетел выше дерева, и посмотрите, как весь горизонт просматривается. Только маковки церквей виднеются, и все. А так, какой газон. Хочется вот так взять и поваляться на нем. Вот этот дом, ребята, тоже прикольный. Смотрите, он весь трескается, его тоже надо восстанавливать. А вот пряничные домики. Пряничные домики, да. Красота. Смотрите, какие трещины прям пошли по дому. А, это Дранка там, под Дранкой. Что тут написано? Центр с туризма какой-то. Это их, наверное, ребят, центральная улица. Ленина, Крупская улица, господи. Да. Хорошо, почему здесь стоит Ленин? Вот, пожалуйста. Причем вообще Суздаль, которому 1000 лет, и Ленин. В Суздале население 10 тысяч человек. Ну, смотрите, как выглядывают куполки. Ой, как... Вот смотри, по идее, все это надо было снести и хрущевок настроить, да? А они все оставили. Так бы у нас все такие города красивые были. Центр старый был бы исторический, а рядом строили бы уже. О! Нужны им еще, ребята, знаете, что тут? Красивые кованые фонари, как в Питере. Вон летняя терраска такая. Тут, может быть, сверху тоже было деревянное, они надстроили уже. Позже кирпичное. Люди вон чайкинятся. Окна, окна где, на каком уровне? Вот эта вот дверь не в окнах ли? Да, под закопанные дома здесь тоже, конечно. Но в это можно поверить, потому что городу это 1000 лет. 1000 лет в обед. Ворота какие, воротины. Все, ребят, буду этот ролик заканчивать. Второй ролик будет из Кремля Суздальского. Спасибо, что посмотрели его. Подписывайтесь на канал, лайкайте видео, пишите ваши комментарии. Мы с вами прощаемся. С вами был Игнат, Серега. Пока, из Суздаля!